8 октября мы открываемся. Открываемся спектаклем «Трамвай желания». И, соответственно, вокруг этого события у нас есть еще другие микрособытия. Значит, в фойе, в буфете у нас состоятся еще такие, ну, скажем так, состоится интерактивная программа. Кроме того, после того, как мы откроемся, в ближайшее время нас ждет еще одна премьера, это уже 14 ноября, к нам приезжает режиссер из Москвы Евгений Маленчев, и мы будем... У нас будет создана новая постановка, называется «Свидетельские показания». Вот. Кроме того, к нам приезжает еще один режиссер, уже Санкт-Петербурга, и мы будем делать спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Кроме того, у нас будет много творческих встреч, будут проводиться мастер-классы, в частности, в «Ночь искусств» наши актеры будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству с нашими зрителями. Дорогие друзья, мы ждем вас. Театр наш, ну, практически всегда открыт, и мы надеемся на теплую, интересную встречу с вами.